Сейчас покажу вам одну из моих любимых рутин. Поэтому включайте музыку и делаем. Итак, вы можете использовать утяжелители, а можете заниматься со своим весом, если вы новички. Я использую и гантели, и резинку. Очень эффективно. Итак, первое упражнение. Такие скрестные выпады. Тянем ручки, растягиваем резинку и делаем небольшой выпад. Так, каждое упражнение выполняется по 10-15 раз. И мы будем И еще такая вариация этого упражнения. Мы делаем скрестно и растягиваем. Скрестно и растягиваем. Сюда растянуть. Тот же выпад, только чуть по-другому позиции растяжения. Можете делать оба варианта, можете выбрать один. Третье упражнение. Делаем захлёст ноги назад и скрестно. И растягиваем резинку, разводим ручки. Раз, два, раз, два. Скрестно назад, захлёст ногой. И укрепляем руки. Очень эффективно. Четвертое упражнение. Также удерживаем. Делаем в центре рывочек. Затем делаем шаг в сторону, поднимаем колено и тянем резинку внизу. Разводим руки. Неважно, с резинкой вы или без. Вот такое движение. Хоп. Центр. Внизу. Центр. Внизу. Вверху. Внизу. Вверху. Внизу. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. О, это сложно. Центр. Внизу. Вверху. Внизу. Вверху. Внизу. И все время растягиваем. Либо без резинки. С резинкой. Это высший пилотаж. Каждое упражнение мы делаем по 15-20 раз. Это все индивидуально. Не могу вам сказать сколько. Главное, что мы сделаем этот круг, цикл. И будем повторять еще один круг. То есть это круговая тренировка. Итак, четвертое, пятое упражнение. Ноги поставили пошире. Разворот. Стоп. Носочки смотрят врозь. Чуть подприсели. Взяли утяжелитель в ручки. И растягиваем бока. Наклоны. Вот такая задача. Сделайте 20 раз. Старайтесь задержаться на пару секунд в нижней точке. Хорошо потяните мышцы боков. Немножко отдохнули на предыдущем упражнении. Шестое упражнение. Вытяните руки вперед на весу. И отшаг натягиваем. У меня, естественно, правая рука сильнее. Это ощущается. У вас, вероятно, тоже. Но стараемся, прорабатываем. Десять, 15-20 раз. Если вы будете делать это упражнение широко и амплитудно, и медленно, у вас будут прокачиваться мышцы, укрепляться. А если вы будете делать быстро и энергично, то вы сможете подсушить мышцы. То есть у кого руки имеют объем и жир, хочется сбросить что-то, то работаем быстро, быстро, быстро. Фу, сегодня жарко, я уже вспотела. Итак, последнее упражнение этой рутины. Опять нам понадобятся утяжелители и резинка. Мы делаем очень медленно сначала. Ну, такое чуть замысловатое. Диагональ, скрестный выпад. Руки в одну диагональ потянули, потом в центре растянули резинку. Руки в другую диагональ, нога ушла в скрестный выпад, в центре потянули. То же самое вниз, растянули, вниз, растянули,
вверх растянули, вверх растянули, вниз растянули, вниз растянули, вверх растянули, вверх растянули, вниз, центр, вниз, центр, вверх, центр, вверх, центр. Очень непросто, но вполне возможно. Выполняем еще один, а может быть и еще один круг, весь цикл. И будьте здоровы, подписывайтесь. Всегда делюсь своими упражнениями.